24 апреля во всем мире вспоминают трагические события в Османской империи 1915 года. 100 лет назад случился первый зарегистрированный геноцид армянского народа. По указанию турецких властей было убито до 2 миллионов армян. Памятные мероприятия по страшному злодеянию прошли по всему миру. В Брянске армянская диаспора провела траурный митинг у 2 каменных крестов Хачкаров. Которые непонятно, просто мне кажется, сегодня уместно, чтобы здесь звучали речи на армянском языке. В Брянске памятный митинг геноцида армян прошел возле мемориала «Лесные сараи». В 2008 году на средства, собранные армянской диаспорой, здесь был установлен хачкар – каменный крест. Первый камень мы устанавливали. Для нас это, конечно, было большое событие. Почему? Потому что очень много народу, а поклониться, прийти, вот вспомнить свою малую родину, где-то вот частицу. Не было в Брянске ничего, и для нас это было великое событие. Первый хачкар был установлен в память жертв всех войн 20 века. По завершении короткого митинга собравшиеся организованно направились к месту второго каменного креста, который установлен подле кафедрального собора. Новый хачкар – памятник погибшим 100 лет назад армянам во время турецкого геноцида на территории Османской империи. Геноцид армянского народа с холокостом еврейского народа фашистской Германии. И на это есть основания, потому что и по отношению к вашему народу Османской империи и по отношению к еврейскому народу фашистской Германии есть одно, как бы, параллель, основы, где одна нация, так называемая титульная, сказала, что она выше другой, и она имеет право на все. Почти все мировое сообщество признало и осудило массовые убийства армянского населения Османской империи. Геноцид 1915 года не признали лишь власти самой Турции. После учиненной турецкими властями резни армянского народа, многие вынуждены были бежать, и вскоре многочисленные диаспоры армян появились во многих странах мира. Но самая большая диаспора находится в России, потому что российский народ отличается особым благородством души, широтой души, поэтому армяне нашли свое прибежище на просторах России. Сегодня на территории Брянской области проживает около 20 тысяч армян. Руководители брянской диаспоры совместно с местными властями пообещали помочь приехавшим соплеменникам адаптироваться и стать полноценными членами многонационального российского сообщества. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, телеканал РЕН-ТВ Брянск.